Привет, друзья! И да, это не Зулин. Это Рева. Всем привет. Я знаю, что вы все наверняка сейчас очень злитесь на меня, потому что подумали, что это очередной новый свежий ролик от мистера Зулина на канале Зулинс Влог. Но, к сожалению, это пока что всего лишь я. Надо признать, что я, так же как и вы сейчас, ожидаю новый ролик от Витаса. И надеюсь, что он в этот раз будет абсолютно не про MMORPG. Я на самом деле вполне уверен в этом, и здесь мы с вами в одной лодке находимся. Это даже, в общем-то, не обзор, представляете? Это даже не запись стрима, это не летсплей. Здесь вообще не будет никакого геймплея. Но я все еще хотел с вами поговорить. Если это не то, ни другое, ни третье, ни четвертое, ни пятое, вы можете задаться вопросом, так что же это, и нахрен ты влез в этот канал, и, собственно, зачем ты с нами разговариваешь? Ответ очень прост. Дело все в том, что я заметил, что на этом канале, собственно, youtube.com/zulinsvlog, все еще находятся мои старые видео по летсплею по серии Готика, которые, как мне представляется, довольно многим людям понравились. Я имею в виду, блин, там по 15 тысяч просмотров или что-то такое сейчас, в данный момент, там почти 500 лайков стоит и так далее на почти каждой серии. И даже есть спешл серия с Витасом, если что, это серия номер 6, так что вы можете зайти и посмотреть, если вы вдруг ее не видели. Вот. И я подумал, что, наверное, люди, которые, ну, смотрели Готику на этом канале, внезапно обнаружили пропажу остальных серий. То есть седьмой по черт знает какую. Куда же они делись? Ответ, куда они делись, кроется в том, что я создал собственный канал в какой-то момент своей жизни. youtube.com/revolutions, куда я заливал остальные прохождения. И люди, которые сидят в группе ВКонтакте за Зулинс Влог, они об этом знали. Но я знаю, что люди, которые сидят на Ютубе, иногда не сидят ВКонтакте. Вы представляете, кто-то до сих пор не сидит в этой прекрасной, потрясающей социальной сети имени Павла Турова. Поэтому я хотел воспользоваться случаем и также воспользоваться разрешением Витаса. Я у него предварительно, естественно, спросил разрешение, чтобы выпустить что-то подобное. Пригласить вас всех и на свой канал в том числе. Я повешу где-нибудь ссылочку под вот этими, во время этих слов, чтобы вы могли сразу же кликнуть и перейти туда. Вот, собственно, и там есть не только Готика. Там много чего еще есть. Там есть XCOM, пара серий. Enemy Unknown, Enemy Within. Там будет XCOM 2. Там сейчас только одна серия, но там будет еще. Там будет прохождение, бог знает чего еще. Там есть полное прохождение Bloodborne и игры от создателей Dark Souls и Demon Souls. Полное прохождение, полностью записанное. Там полностью записана первая Готика. И мы в данный момент находимся где-то в конце первой, третьей, второй Готики. Готики 2 Ночь Ворона. Так что, если вам вдруг нравится то, что я делаю, если вам вдруг нравится смотреть прохождение вот таких игр, и сами вы по какой-то причине не можете за них взяться, или, может быть, потому что, ну, просто вам нравится смотреть игры, нежели играть в игры, такие люди тоже есть, то я с удовольствием увижу вас там на канале. А также, воспользуюсь случаем, приглашаю вас на hitbox.com/revolutions, где регулярно проводятся трансляции по современным и не очень играм с ПК и PS4. Вот, так что вы можете рассчитывать и на лайв-контент в том числе. Ну и вот совершенно недавно я сделал свой собственный паблик ВКонтакте, посвященный видеоиграм и их прохождениям, и лайв-контенту и так далее. Так что анонсы о них вы можете увидеть в нем. Ну и также, наверное, если захотите поучаствовать в моем мыслительном процессе на некоторые темы, то можете зафоловить меня в Твиттере, наверное, если, конечно, кто-то им еще пользуется. А за сим у меня все, и не забывайте, я ровно такой же поклонник творчества Витаса, как и вы. Увидимся в новых роликах. Пока!